100 общественных инициатив к вековому юбилею Якутской ССР. Сегодня на заседании правительства рассмотрены вопросы по изменению в постановление по отбору лучших инициатив. В этом году поступило 28 заявок, половина которых из Якутска. Среди общественных инициатив, набравших наибольшее количество баллов, такие проекты, как 384 добрых дел Антона Васильева, благоустройство сквера в Качикатском наслегах Ангаласского улуса и другие. Отметим, что рабочая группа проводит конкурсный отбор и определяет лучшие общественные инициативы ежегодно до 1 апреля. Мы ввели понятие экспертный отбор, то есть еще и экспертное мнение, чтобы можно было в случае возникновения спорных каких-то вопросов привлекать еще и экспертов. Вот. Смотрите, на правительстве было сделано предложение, сформулировано начальником правительства о том, чтобы именно роль экспертов и их задачи были очень четко прописаны, с тем, чтобы не возникало никаких там, как говорится, ни сучка, ни задоринки не было в тех решениях, которые комиссия республиканская будет рассматривать.